Ну как там с деньгами? Ужас, блять. Честно, разрабов надо было еще на стадии эмбриона вырвать из матки и натереть на терке в макароны. Осуждаю такие высказывания. Я осуждаю. Я осуждаю такие высказывания злые, блять. Я осуждаю. Ой, проиграли. Как же мы могли проиграть? У них же 15 танков на базе стояли и ничего не делали.